Всем привет, с вами Brain First, и это мое прохождение игры Resident Evil 4. Да-да-да, в прошлый раз мы закончили самым интересным — битва против правой руки Рамона Салазара, одного из его телохранителей. Скажу вам сразу, стрелять в это существо бесполезно, у него не действуют ни патроны, ни гранаты, ничего. Но есть одно неуязвимое место, кстати... Не забудьте сюда зайти, нам кто-то оставил спрей первой помощи, коробочку патронов и поставил за нас свечку. Я думаю, что это Ада, она всегда о нас заботится. Так вот, вот эти вот баллоны, которые встречаются у нас на пути, не забудьте постоянно уворачиваться, да? Так вот, эти баллоны, они замораживают этого самого телохранителя, и мы можем спокойно его расстреливать. Я выберу такую стратегию. Я возьму страйкер. Так, сейчас я освобожу место немножко. Да, я возьму страйкер, и пока он будет в замороженном состоянии, постараюсь его отстреливать. Но если... Ай-яй-яй-яй, больно же. Что делаешь-то, чувак? Зачем ты это сделал? Зачем? Что я тебе сделал плохого? Скотина, а? Так вот. Но если не получится, да, я, допустим, истрачу все баллоны, то постараюсь последний удар добить из ракетницы. Посмотрим. Вот и... Вот и наша красота неземная. Да, вот действительно неземная. Как вы думаете, что это? Это было когда-нибудь, наверное, человеком каким-нибудь? Наверное, вот в это самое и хотят превратить Леона попозже, чуть-чуть. Когда плага в его теле разрастется и... Он станет таким же. Так, вот. Вы сами видели, да, прокинули баллон, расстреляли, идем дальше. Сейчас мы будем играть в карусель. Карусель, карусель, начина. А где shift плюс shift? Суки. Как я должен уворачиваться, если вы даже не кинули мне shift плюс shift, чтобы я нажал и увернулся? Я не понимаю. Ладно, идем дальше. Карусель, карусель, это раз. На. Скотина, я тебя ненавижу, реально. Ты мне за все хилки потом отработаешь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, ты сам меня боишься. Ой-ой, бежим. Суп. Просто слов нет. Нету слов. Только одни эмоции. Ура, открылась дверь. Теперь мы можем бежать из этого дурацкого места. Бежим, бежим, бежим. Давай, беги, Леон, беги, беги. Тебя же чему в правительстве учили? Быстро бегать и уворачиваться. Вот все твои навыки пригодились. Хорошо. Скидываю второй баллон. Ах ты, су. Я тебя ненавижу, чувак. Ты реально какой-то высадный. Бум. 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 Дед. Черт, мара... Ух ты как. Надо бежать. Беги. Беги, Леон. Беги. Спасай свою шкуру. Так, осталось еще два баллона. Оп. Ах ты, су. Он меня реально уже высадил. Он даже не меня, он даже Леона уже высадил. Уже не может. Его тошнит, он держится за живот. Давай, уходи. Свет мой зеркальце, блин, ненаглядное. Глаза-то горят, вы видели, да? Глаза горят. Бум. 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 Так, забираем патрон для ТМП, не забудьте так.
Я думаю, строить хилочку, может, потом. Оп. О, это какая-то новая фишечка, я еще не видел такой. Ладно, бежим. Нет, все-таки скупой платит дважды, поэтому я, наверное, выпью одну из хилок. Оп, вернулись. Бежим дальше. Так, ну и последняя здесь бочка. Оп. Осторожно. Убиваем ее. Ну, сдохни. 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 Блин, не хватит, не хватит патронов. Придется мне использовать гранаты. Dead. И вот эта штучка, ради которой я, собственно, и сражался. На этом все. Глава 4.1 закончилась. Сейчас нас ждет ролик с великим и ужасным Джеком Краузером, который в свое время перемочил немало человек и... И украл Эшли. Не знаю, что хуже. Наверное, красть Эшли, это, наверное, нехорошо, но, с другой стороны, убивать людей... Джек просто отморозок. Ну, кстати, скоро, говорят, выйдет на Wii, ну, Nintendo Wii, имею в виду, какая-то новый Resident, там будет рассказана история Джека Краузера и Леона, когда они были еще друзьями, да. Ну, это все еще потом, но кто знает историю, тот поймет. Ладно. Загрузка у нас ролика идет. Что-то ролики долго грузятся в этой игре, ну, не знаю по какой причине. Наверное, из-за фрапса. Я... Если что, есть возможность, я гоню все на враг. По усмирению американского хлыща. Что ж, Салазар упустил свой шанс. Краузер, приведи девчонку. И избавься от этой американской занозы. Будет сделано. Хорошо. Конец главы 4.1. Поздравляю всех, кто ее прошел. Это самая долгая глава в игре. Сохраняемся. И продолжаем. Спускаемся вниз. Какое-то, видимо, подвальное помещение или что-то такое. Какие-то раскопки, короче. Сломаем бочки. Так. Смотрим, что у них есть. Патроны для пистолета. Ручная граната, спинал. Еще патроны для пистолета. Так, хранение пока нам не нужно. Записка Луиса. Если вы хотите почитать, нажмите паузу. Хорошо. И... Идем к отцу, посмотрим, что у него новенького. Got some rare things up. What are you selling? Так, корону не будем пока продавать.
Is that all strength? Is that all strength? What are you buying? Сейчас я отправлюсь в комнату с